В Искитимском районе выявили лучшие военно-патриотические объединения. Завершился традиционный конкурс, на котором все участники показали хорошую подготовку. На награждении победителей побывала съемочная группа ТВК. Все участники уже давно умеют обращаться с оружием, собирать, разбирать, стрелять. Но каждое соревнование без подготовки не обходится, делятся школьники. Здесь ребята должны продемонстрировать и хорошие физические качества. Каждой команде нужно пройти на скорость полосу препятствий. Вчера до 8 часов готовились, прям до победного. Тренируемся постоянно. Для участников из Искитимского центра профессионального обучения работы в этот раз прибавилось. На завершение конкурса они подготовили показательное выступление. Оно стало визитной карточкой команды. Конкурс «Лучшее военно-патриотическое объединение Искитимского района» проводится в два этапа. Первый прошел еще весной. На завершающий этап конкурса прибыло 8 команд. Руководители клубов патриотических очень настроили ребят на то, чтобы они сумели преодолеть себя, воспитать чувство еще воли, силы, смелости и мужества на этом мероприятии. Считаю, что задачи, поставленные главой района, были выполнены сегодня. Очень приятно, что нас поддерживает военный комиссариат Новосибирской области, администрация Искитимского района, областная организация ДСААФ. То есть к нам всегда приезжают, оказывают помощь, поддержку. По итогам конкурса третье место заняла команда гвардии из 1-й Леневской гимназии. Серебро завоевала команда «Орлята» из села Старый Искитим. А лучше признали команду «Защитник» из школы номер 1 рабочего поселка Ленева.